интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в обзоре профессиональный набор комбинированных ключей или ключей рожково-накидных от компании Top Tool GPAX 2601. Набор из 26 предметов. В такой упаковке поставляется сам набор. То есть из плотного картона упаковка. Указывается комплектация набора на упаковке. Ну и профессиональный инструмент. Размеры чехла. Начнем с этого. Ширина чехла 75, длина 66, вес набора составляет 6 кг. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить набор на стену в гараже или автомастерской. По качеству ткани. Плотная ткань, очень хорошо пошита. Видите, надпись Top Tool. Профессиональный инструмент, 26 предметов. Материал изготовления инструмента, в данном случае ключей, хром-ванадиевая сталь. Сверху нанесено защитное покрытие матового цвета. Сами ключи, когда идут новые, без эксплуатации еще, сверху идет смазка маслом. То есть остаются руки немного жирные. По размерам ключей в наборе 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это вверху. И внизу идет 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 32. И что важно, это сами ключ, модель ключей, которые идут в наборе. Рукоятка идет, она немного уже, потому что есть ключи широкие, сейчас я покажу вам. И рожок сам загнут вниз. Вот, допустим, возьмем ключ, у нас есть Миоловский, также 30 мм. Вот он. Он идет, как видите, прямой. В данном случае топтуловский идет, видите, рожок загнут немного вниз. Говорят, что вот таким ключом работать гораздо удобнее. Надпись на ключах Top Tool, в данном случае 30 мм размер ключа и номер по каталогу. По данному номеру вы можете найти в каталоге Top Tool вот ключ, допустим, на 30 мм. Подтверждает, что у вас инструмент высокого качества и это не подделка. Очень хорошее литье из самих ключей. Хорошая полировка, нет каких-то заусенцев или следов от литья, кривизны, то есть все очень красиво и аккуратно сделано. Ну и, конечно же, пожизненная гарантия на инструмент Top Tool. Сейчас попробуем его собрать. Чехол скручивается и есть вот такие липучки. И рукоятка для переноски самого набора. Вес набора 6 кг. Подписывайтесь на наш видеоканал, получайте за это скидки хорошие у нас в интернет-магазине, оставляйте комментарии и оставляйте лайки, кому помогло это видео с выбором набора инструмента или набора ключей. Спасибо!